Обстрелы, теракты, прилеты, угрозы, предатели разных мастей. Так хочется добрых и светлых прогнозов и только хороших вестей. Разбитые школы, сады и больницы, разбитые горем сердца. Так хочется верить, что все это снится, и сон не смотреть до конца. Не чувствуя страха, как было когда-то, лететь в круговерти земной. Так хочется, чтобы скорее солдаты живыми вернулись домой.